Называется «Приплыли». И весь плуг засадил. И трактор засадил. Резина новая, копает, взрывается сразу. А плуг как якорь, блядь. Сейчас помощник уже приехал. Попробуем его. Там пробовал этот костер. Другого слова нет. Участок спахать. Давай. Цепляем, вон стоит помощник. Ну как-то вот так, профессионально. Этот, что, будем ждать, пока высохнет? Ладно, иди за третьим. Thank you.
Петя, три, кина не будет. Давай третью, да. Вот решили, что это самый нормальный вариант. То есть пока его вытащить. Сейчас запихали трос. Сейчас, Игорь, блокировку. Страшно? То колесо надо. Надо два. Построю. А трос? Толстый. Есть трос? Давай. Сейчас будем делать второе. Конец дня. Итог. Солнышко. Сейчас посмотрим. Один готов. Ну, сколько тракторов торчало? Три? Три. А так бы четыре было, да? Вот что надо брать. Один готов. Второй готов. Чё? Не знаешь, как выехать? Да хуй знает, как. А, снимай. Давай. Thank you.
Зачем этот еще плуг нахер не надо? Надо, пока техника есть. Да, Игорь? Не надо. Ну как? Этот ой, надо брать, да? Да. Игорь, опять тебя достать захотели. Эх, хороший был участок, так я уберег, косил, убирал. Вот завтра с Игорьком лопату возьмем и пойдем. Равнять.